Шеф-повар Максим Григорьев. Шоколадный кулич. Хочу предложить еще один рецепт кулича, который оценят шикоголики. Изначально в рецепте предлагалось 70 грамм сахара. Но я его увеличила в 2 раза и не зря, иначе он был бы горьким, это оценят любители горького шоколада. В моем варианте сочетание сладкого теста и горького шоколада кусочками в тесте, очень вкусно. Время приготовления – 1 час. Ингредиенты – тесто. Ванилин 0,5 чайных ложек. Дрожжи сухие 0,7 чайных ложек. Масло сливочное 70 грамм. Молоко 55 грамм. Мука пшеничная 200 грамм рам. Сахар 150 грамм. Соль 0,5 чайных ложек. Цедра апельсина 1 чайная ложка. Шоколад темный 200 грамм рам. Яйца куриные 3 штуки. Ингредиенты, опара. Ванилин 0,5 чайных ложек. Дрожжи сухие 0,7 чайных лож. Масло сливочное 70 грамм. Молоко 55 грамм. Мука пшеничная 200 грамм. Сахар 150 грамм. Соль 0,5 чайных ложек. Цедра апельсина 1 чайная ложка. Опара. Шоколад темный 200 грамм рам. Яйца куриные 3 штуки. Вода 100 мл. Дрожжи сухие 1 чайная ложка. Мука пшеничная 200 грамм рам. Сахар 35 г. Шаг 1. Для опары нам понадобится мука, вода, сахар и дрожжи. Шаг 2. Смешать все ингредиенты. Мне показалась опара густая, поэтому я добавила воды в 2 раза больше, 200 мл. Шаг 3. Хорошо размешать и оставить подходить на 2 часа в теплое место. Шаг 4. Опара спустя 2 часа. Шаг 5. Для теста нам понадобится мука, сахар, ванилин, соль, сливочное масло, шоколад, дрожжи 3-4 чайные ложки, цедра апельсина тертая, молоко, яйца. Шаг 6. 1/2 шоколада растопить в микроволновке, 1/2 разломать на мелкие кусочки. Шаг 7. Тесто я решила замешивать в хлебопечке. Добавляем жидкие ингредиенты, яичные желтки, белки нам не понадобятся, молоко, соль, сахар, ванилин. Шаг 8. Вливаем растопленное сливочное масло. Шаг 9. Растопленный шоколад. Шаг 10. Добавляем опару, просеиваем муку и добавляем дрожжи. У меня хлебопечка Мулинекс. Делала на режиме пресное тесто 18 минут. Во время замеса добавила 2 ложки муки, видимо из-за того, что опара была более жидкая, чем по рецепту. Шаг 11. Минут за 6-8 до окончания программы, всыпать шоколад и цедру. Шаг 12. Оставить тесто на 30 минут отдохнуть. Шаг 13. Затем разделить тесто на нужное количество куличей, у меня 2 средней формы. Шаг 14. Оставить подойти на 3,5 часа в теплое место без сквозняков, накрыв полотенцем. Шаг 15. Отправляем в разогретую до 180 с духовку до готовности, у меня готовился 1 час с лишним. Готовность проверять палочкой. Куличи украсить по своему вкусу после остывания. Шоколадные куличи готовы. Христос воскресе! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.